Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. 1, 2, 3. Ничего себе, Хаги-Ваги, привет, что ты тут делаешь, дружище? Друзья, он просто смотрит на нас и молчит. Может быть, тут как-то ему помочь стоит, что ли? Да, ничего себе. Вот теперь он наконец-таки улыбнулся и заговорил с нами. А все это потому, что мы вместе с Хаги-Ваги находимся в игрушке под названием Huggy Stretch Game, где мы как раз-таки будем проходить вот такие различные уровни благодаря гибкости нашего Хаги-Ваги. И что же, уровень номер 2. Давайте тогда, естественно, начинать его проходить и видим то, что у меня только что оторвалась, друзья, рука. Ладно, надо потихонечку, естественно, ногами помочь, ну и, конечно же, добраться опять-таки до нашей точечки. Замечательно! Получили, друзья, 30 монеток, ну и давайте сразу же приступим проходить уровень номер 2. Тут нам игрушка подсказывает, что нам надо взять вот такой меч и аккуратненько его лопнуть. Ха-ха, все, замечательно. Остается нам, естественно, взять и головой вот на эту меточку, друзья, конечно же, поставить. Все, замечательно. Еще плюс 30 монеточек у нас имеется, ну и давайте на этом уровне я ногой попробую взять и лопнуть этот шарик. Смотрите, в принципе, у нас это очень-очень даже неплохо получилось, ну и давайте-ка, естественно, сейчас дойдем до нашего вот этого смайлика. Все, Хаги-Ваги у нас радуется. Ну, а сейчас мы как раз-таки, друзья, будем приступать уже к уровню номер 5. Ничего себе, как быстро. Ладно, окей. Тут мы видим то, что у нас падает меч. Берем его аккуратненько. Ну и, конечно же, опять-таки прокалываем этот шарик. Все, остается нам, конечно же, опять-таки мордочкой достать до вот этого смайлика. Замечательно, друзья. Мне интересно, что у нас будет вообще за следующие уровни. Ну и тут мы видим то, что у нас имеется лава. Ничего себе. Ладно, давайте тогда аккуратненько нажмем на эту кнопочку. Ну и, в принципе, нам тут даже делать-то ничего и не надо было. Мы сразу же попали головой опять-таки на этот смайлик. Так, на уровне номер 7 у нас что-то, друзья, очень и очень даже необычное. Нажимаю на рубильник, и вот это сверло нам дало путь, друзья. Поэтому давайте тогда, естественно, потихонечку пробираться опять-таки на этот смайлик. Все, замечательно. Мы сейчас уже, друзья, переходим на уровень номер 8. Открываем сначала вот эту штучку. Ничего себе, тут у нас какой механизм в итоге оказался. Ладно, остается тогда, естественно, Хаги-Ваги сюда притянуть. Ну и давай-ка уже, наконец-таки, мордочкой в смайлик попадай. Вот это, друзья, уже совсем другое дело. Тут у нас уже уровень номер 9. Нажимаю, опять-таки, друзья, на обычный рычаг. Ну и, опять-таки, мы его проходим буквально, наверное, за секунды 3. И, оу, смотрите, что нам игрушка подсказывает. Нам надо сейчас кинуть вот это ядро в пушку, и оно разобьет вот этот камешек. Ладно, хорошо, давайте тогда сейчас это сделаем. Надеюсь, нога дотянется. И, блин, друзья, дотянулось, но я немножечко не так кинул наше ядро, но теперь хорошо кинул. Ну и в итоге остается опять-таки пройти до конца этот левел. Все, замечательно. Уже, друзья, 10 уровней позади, мы реально очень-очень большие успехи в этой игрушке делаем. И на 11 уровне нас встречает опять-таки, друзья, какая-то, ну, полная легкотня. Единственное, нам немножечко надо тут побегать. Ух ты, ничего себе, я тебя, Хаги-Ваги, растянул. Мне кажется, друзья, он сам даже в шоке, посмотрите на его лицо. Ладно, аккуратненько тогда, естественно, бегу вот сюда. Ну и, в принципе, попадаю опять-таки на смайлик. Тут все-таки, друзья, в этой игрушке еще основная задача, это, конечно же, не просто пройти уровень, а еще не порвать на части нашего Хаги-Ваги, потому что, в принципе, он тянется очень даже хорошо, но есть шанс того, что он может разорваться. Давайте, в принципе, мы сейчас вот этот уровень попробуем так отыграть. Сделаем эксперимент и посмотрим, как у нас вообще Хаги-Ваги разорвется. Начинаю тогда, естественно, друзья, тянуть вот так руку, и у него опять-таки лицо очень даже испуганное. Давайте тогда еще ножку немножко протянем сюда, и смотрите, он все равно пока что не рвется. Ну ладно, повышаю, естественно, друзья, ставки, и Хаги-Ваги уже прям, друзья, кричит, и вот что произошло. Он, друзья, просто тупо разорвался. Поэтому нам стоит, конечно же, этого избежать. Главное, естественно, потихонечку, так не торопясь, проходить наши уровни. Вот, все, мы уже, в принципе, друзья, наверху. Остается заключительная вот эта штучка. Ну и в итоге все. Мы уже вместе с вами прошли этот левел. И воу, на уровне номер 14, смотрите, друзья, какая опасная штука. Тут у нас и пила есть, и вот такая, естественно, пушечка. Давайте тогда аккуратненько ядро в пушечку запульнем. Замечательно. Ну и будем, друзья, потихонечку прыгать вот сюда, чтобы нам, естественно, не коснуться, да, вот этой супер опасной пилы. Вот это как раз-таки я, друзья, и хотел сделать. Взять и спокойненько пройти этот левел.
Так, что у нас здесь? Тут у нас, друзья, смотрите, какая-то платформа. Давайте я, наверное, сразу же все наши конечности сюда передвину. Нажму вот на этот рубильник. Ну и начну притягиваться потихонечку, друзья, уже вот сюда. В принципе, наш Хаги-Ваги выдержал такую нагрузку. Ну и, конечно же, прошел этот уровень. Кстати, ребятки, у нас уже 454 монетки. Но фишка в том, что здесь нет магазина. И куда эти денежки тратить, я, честно говоря, пока что не понимаю. Но зато вы видели, как я поймал этот мячик. На самом деле, было очень даже круто. Давайте тогда аккуратненько запульнем, естественно, ядро вот в эту штучку. Ну и давайте потихонечку, друзья, переходить вот на эту часть нашей карты. Осталось совсем чуть-чуть. Растягиваю еще немножечко Хаги-Ваги. Ну и, конечно же, попадаю опять-таки на смайлик. Викторина 17. То есть, друзья, уже 17 уровень. Тут нам надо нажать на рубильник. Замечательно. И сразу же одной рукой я беру и ложу вот это ядро. Замечательно. И остается нам просто тупо, друзья, взять и дойти опять-таки до этого смайлика. Первые, мне кажется, друзья, вообще уровни 20 очень и очень даже легенькие. Поэтому мы с ними справляемся вообще без какого-либо труда. Вот смотрите, допустим, на этот, друзья, уровень. Он просто тупо, ну, очень легкий. Мне буквально надо, друзья, взять немножечко вот так сделать траекторию, и мы уже как бы его прошли. Вот, кстати, у нас опять-таки уровень с мячом. Это неужели игрушка, друзья, повторяется? Буду надеяться на то, что все-таки это не так. И мы, естественно, какой-нибудь новенький уровень после этого увидим. Ну, смотрите, все, мы прошли этот уровень. И барабанная дробь, друзья, нет, смотрите, действительно, все-таки уровень есть еще другой. Мы, получается, одну стену ломаем. И теперь наша задача, друзья, еще разочек взять вот это ядро. И, конечно же, вот так запульнуть прямо вот в эту штучку. Все, замечательно. Давайте тогда, друзья, конечно же, проходить уровень номер 20. Тут, друзья, даже целый квест. Нам надо сначала взять, заправить ядро и... Стоп, смотрите. А, во, ничего себе. С первого раза у нас почему-то не получилось подобрать вот эту штучку. Но теперь у меня имеется уже, друзья, вот такой меч. И мы берем и, конечно же, лопаем вот этот пузырик. На самом деле, некоторые уровни очень-очень даже веселые, несмотря на то, что они простые. Воу, смотрите, тут получается у нас какой-то даже замок из вот таких пузырей. Я даже, честно говоря, друзья, такого не ожидал здесь увидеть. Но давайте мы этот замок, естественно, возьмем вот так весь лопнем. Ну и приступим, конечно же, идти вот сюда. Именно на наш, друзья, смайлик. Опять у нас пошел уровень с дрелью. Давайте тогда сейчас, конечно же, ее активируем. Ну и пойдем дальше проходить, естественно, вот этот смайлик непосредственно. Нам, опять-таки, друзья, надо просто тупо на него попасть. Поэтому я вот эти все наши конечности отделяю. И, конечно же, растягиваю нашего Хаги-Ваги, чтобы он попал мордочкой прямо в смайлик. Ну и в итоге, давайте тогда 24 уровень мы отыграем финальный. Потому что мне кажется, что игрушечка начинает повторяться, а я бы хотел бы увидеть еще какие-нибудь новые крутые уровни. Ну и в итоге, начинаю, естественно, ползти аккуратненько за нашего Хаги-Ваги и стоп. Вот это да, дружище, ты как вообще это сделал? Смотрите, он забаговался только что вот в этих текстурках, но в принципе более-менее как-то смог выбраться обратно. Ну и что же, а с вами был Илюша и игрушка под названием Хаги Стрейч Гейм 3D. Если вам она понравилась и вы хотите больше новых крутых уровней, обязательно напишите об этом в комментарии, ну и конечно же наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!